Его, соответственно, можно будет подстроить под себя, чтобы подрегулировать этот параметр громкости. Ну что ж, думаю, что все, кто хотел присоединиться к нам, уже в сборе. Разумеется, те, кто по какой-то причине не смог, уже посмотрят запись. Напомню, что она будет доступна на нашем официальном канале на YouTube уже буквально с завтрашнего утра. Поэтому сейчас предлагаю не терять времени и, соответственно, двигаться по нашему традиционному, привычному сценарию, который предполагает еще раз возможность пробежаться по ключевым фундаментальным событиям, разумеется, прошлой недели. Акцентируем внимание на самых интересных, посмотрим, как они себя отыграли. Неделька, конечно же, оказалась очень неприятной, особенно для тех, кто делает ставку на коррекцию, соответственно, рисковых инструментов. Я отношусь к им, соответственно, к их числу. А те, кто делает ставку также на рост доллара, пока мы не видим реализации тех идей, которые мы закладывали. Но, собственно, рынок, конечно же, такая ситуация для рынка, она привычная. Непредсказуемость – это обычная характеристика рыночной спекулятивной среды. Мы, разумеется, самое главное сейчас не должны быть подвержены панике. Продолжим следить за актуальным новостным фоном, реагировать на наиболее интересные, соответственно, движения, и будем искать подтверждение в статистике, в макроэкономических событиях, в основном о фундаменте, подтверждение для тех идей, которые мы поставили. В общем, пока от них не отказываемся. Понимаю, что, конечно же, болезненно смотреть, как рисковые инструменты отбирают у своего основного конкурента доллара фигура за фигурой, но что уж тут поделать. В целом, то, что мы видим, не совсем вяжется с фундаментальной точки зрения, но я считаю, то, что это вопрос времени, потому что рынок, ну уж точно, должен быть логичным. Соответственно, если посмотреть на картину, опять же, фундаментального характера, историческую, долгосрочную, то в целом те идеи, которые мы закладываем в основу наших трейдов по основным валютным тандемам, они базируются на том фундаменте, который состоятельный, который уже неоднократно себя оправдывал. Ну и наша задача, конечно же, не сворачивать с этого пути, потому что наша оценка перспектив долгосрочного характера, она верна. Но давайте обо всем поговорим поконкретнее. Разумеется, еще раз напомню, наш сценарий – это ключевые события прошлой недели, потом пробежимся по основному фундаментальному фону предстоящей пятидневки, ну и поставим вместе традиционно наши ценовые ожидания на неделю вперед по четырем основным валютным тандемам. Соответственно, если есть у вас вопросы, вы можете их писать как в общий чат, так и в специальную рубрику «Вопросы». И, соответственно, в конце вебинара я к ним вернусь и попробую ответить на все темы, которые представляют для вас сейчас наибольший интерес. И забегая вперед, хочу также отметить, не забывайте о том, что у вас всегда есть дополнительный канал коммуникации со мной. Это непосредственно наши брифинги на YouTube, вы можете оставлять вопросы там. Либо это форум Amarkets, где у меня есть своя аналитическая ветка. Собственно, пишите ваши вопросы туда, потому что, еще раз напомню, я посещаю ее каждый, соответственно, день. И если уж совсем есть такой наболевший вопрос, который нужно раскрыть, на который нужно получить ответ прямо сейчас, я попробую вас в этом уважить. Ну, собственно, давайте переходить к прошлой неделе. Начнем традиционно, прям с самого начала. Европейская валюта, мы стартуем с нее всегда, с главного валютного риска. Очень неплохо начала прошлую пятидневку, достигнув уже к торговой сессии вторника локального хая 1.1279. Хотя очень неплохое начало для главного валютного риска было продолжено таким же, соответственно, интересным восходящим движением и вплоть до окончания этой торговой пятидневки. Стоит отметить, что рост евро был преимущественно связан с локальной слабостью доллара, поскольку европейский макроэкономический фон, он так и остался неизменным. В частности, в начале недели мы следили за динамикой производственных заказов в Германии, они просели на минус 1,8% в месячный эквивалент против прогноза роста 0,5%. Видимо, мировой экономический спад дорого обходится немецким бизнесменам, и на это мы делали ставку уже очень давно. Отмечаю, что риски, характерные для мировой экономики в целом, и прежде всего риски, связанные с замедлением темпов экономического роста Китая, они уже дисконтируются на европейском рынке, да, наверное, на всей мировой экономике. И это, разумеется, и сказывается на потребительской активности и на тех темпах, которыми характеризуются ключевые регионы. Куда больше внимания трейдеры уделили выступлению руководителя Европейского центрального банка Марио Драги, который, к сожалению, так и не коснулся вопросов денежно-кредитной политики. Очень я большую ставку делал на его выступление. Полагаю, что те актуальные риски,
дефляционного характера, с которыми столкнулась экономика валютного блока, они должны были спровоцировать, разумеется, монетарное руководство на те решительные меры и шаги, которых мы ждем очень давно. И эти, конечно же, решительные меры предполагают программу количественного смягчения, увеличение ее, соответственно, сроков и текущего потенциала действующего объема покупки активов. Собственно, этот вопрос доп. Экономических стимулов, он по-прежнему остается на повестке обсуждений. Я думаю, что если мы дождемся его 22 октября, это прям такая судьбоносная дата, если на рынке будут анонсированы эти меры более агрессивного выкупа активов, мы сможем наконец-таки получить тот долгожданный триггер для коррекционной идеи главного валютного риска. И если ЕЦБ подтвердит факт того, что регулятор такого уровня сохраняет стимулирующий подход к экономике, разумеется, такой же подход будет свойственен и многим другим регуляторам. На самом деле, какой бы сейчас центральный банк и его, соответственно, позицию на рынке мы не рассмотрели, мы в целом сможем прийти к выводу и точно уж убедиться в том, что большинство из них стараются сейчас использовать потенциал уже запущенной программы количественного смещения, либо пытаются избежать новых раундов экономических стимулов. Но мы все больше убеждаемся в том, что, скорее всего, избежать этих раундов не удастся. Поэтому активно обсуждаем действия со стороны ЕЦБ. И, соответственно, я вот уже в последние несколько брифингов стал активно акцентировать ваше внимание на то, что и Банк Японии, который мы некоторое время назад убрали про запас с точки зрения стимулов, также рискует отметиться, скажем, на мировых площадках, собственно, аналогичными мерами и аналогичными экономическими стимулами, что потенциально может оказать для японской валюты очень, скажем, серьезный прессинг и стать фактором той разгрузки, которую мы, собственно, с вами очень долго ждем. Пара доллара японской иены во вторник снизилась до уровня 120.21. Уже, честно говоря, тошнит от этого значения, потому что вот уже, наверное, больше месяца мы топчемся непосредственно рядом с этим рубежом, уходим чуть пониже, поднимаемся чуть выше, только снова, скажем, появляются надежды на то, что вот этот долгожданный бычий ралли, который мы с вами ждем, пошло наконец-таки. Ну, после этого снова, соответственно, меняется новостной фон, участники рынка возвращаются к прежним инвестиционным идеям, полагая, что все-таки до конца 2015 года повышение процентной ставки мы не увидим. Поэтому качели сохраняются, вот эта проторговка в диапазоне 100-150 пунктов, она, наверное, поднадоела уже многим. Но, к сожалению, нам приходится адаптироваться, соответственно, под рынок, смотреть за тем, что происходит, потому что, как ни крути, но лично у меня нет возможности тряхнуть актив таким образом, чтобы он пошел в том направлении, которое нам нужно. Но я все равно с фанатичной уверенностью продолжаю делать ставку на американца, потому что, полагаю, американский мегарегулятор имеет в запасе как раз тот инструмент, тот стимул, который способен дать необходимое ускорение американцу и позволить реализовать нашу долгосрочную идею по паре доллар-японской иены. И как только это произойдет, разумеется, рисковым инструментам придется спуститься с небес и все-таки поторговаться на тех уровнях, которые являются для них более обоснованными, потому что в случае роста американца мы снова активно с вами заговорим о теме возможного давления на стоимость сырьевых активов. Собственно, опять же, от стоимости сырьевых активов зависят очень многие валютные инструменты, на которые мы делаем ставку. Австралиец, новозеландец, канадец. Ну, европейская валюта, здесь уже немножко другие стимулы, другие, соответственно, катализаторы движения, но мы их также не упускаем из виду и стараемся уделять должное внимание практически каждый раз. Что касается пары доллара японской иены. Разумеется, в начале недели мы предвкушали приближающиеся протоколы, потому что, опять же, на фоне избыточных ожиданий, которые транслировал и я, признаюсь, в том числе, ожидаю, что ФРС наконец-таки убедит скептически настроенных трейдеров в том, что есть основания для повышения процентной ставки. По факту вы прекрасно знаете, что мы этих подтверждений не дождались, но о ФРС мы поговорим еще чуть позже. Я в целом просто хочу сказать, что пара USD-иена, собственно, как торговалась на ожиданиях того, что шаг ужесточения монетарной политики должен последовать, собственно, также продолжает торговаться и сейчас. В понедельник мы видели, открылись рядом с этими уровнями. В принципе, сейчас пара торгуется буквально чуть выше, точнее, рядом с уровнем 120. И я думаю, что при неизменности текущего новостного фона, если, конечно же, несколько голосующих и влиятельных
члена ФРС с точки зрения, опять же, анонса отдачи своего голоса за сроки нормализации денежно-кредитной политики. Мы, собственно, эти триггеры и катализаторы ждем, и если они поступят, может быть, они позволят нам частично хотя бы реализовать тот потенциал роста пары доллара-японской иены, который мы ждем и который очень хотим реализовать. В начале недели отметился руководитель ФРБ Сан-Франциско Уильямс. Напомню, что я настраивал вас на то, что эту конференцию стоит подождать, потому что, опять же, Уильямс, разумеется, будет говорить о сроках повышения процентной ставки. И нас этот вопрос сейчас интересует преимущественным образом. В частности, Уильямс отметил прогресс, который характерен для рынка труда, для рынка недвижимости, подчеркнул угрозы, которые присутствуют, конечно же, на мировой экономике, в рамках мировой экономики, но четко дал понять, что решение ФРС должно абстрагироваться от этих экономических угроз, потому что они как были, так и будут, собственно, для действовать для американской экономики, для всех других регионов всегда, вечно. Это постоянная тема. Но если вопрос касается ужесточения монетарной политики, повышения процентной ставки, это то решение, которое направлено на стимулирование темпов экономического роста, потому что экономика нуждается в дополнительных действиях со стороны регуляторы, и, соответственно, экономика должна выйти на совершенно новые уровни. И если уж с такой плоскости, конечно же, смотреть на эту тему, то совершенно очевидно, что внешние угрозы и вообще внешняя среда, она сейчас должна игнорироваться. Но, по крайней мере, не забывайте также о том, что речь идет о Соединенных Штатах Америки, которые, собственно, так же, как и Китай, являются регионом, который формирует настроение на всех финансовых площадках. И я думаю, что если бы не тот оптимизм, который мы слышали со стороны господина Уильямса, может быть, доллар против японской иены в начале недели смог потерять больше, чем мы это наблюдали. Вместе с Уильямсом снова на рынок вернулись ожидания того, что фокус, опять же, голосов по нормализации денежно-кредитной политики будет постепенно смещаться в пользу большинства уже монетарных представителей, которые, разумеется, не побрезгуют отдать свой голос за повышение процентной ставки, потому что имеют для этого, видят для этого достаточно оснований. Ну, если вы разделяете такую же позицию, как и я, собственно, хочу подчеркнуть тот факт, что мы не одни на финансовых рынках участники, которые ждут таких же решений со стороны ФРС. Их достаточно. Очень много среди этих участников и очень авторитетных инвестиционных банков. И, соответственно, они разделяют такую же позицию. Говоря про начало прошлой недели, стоит также отметить еще австралийскую валюту, потому что австралиец, в принципе, по итогам всей недели показывал очень интересную динамику, правда, не в ту сторону, которую нам хотелось бы наблюдать. Это был исключительный рост, который продолжается и по текущий момент. В частности, во вторник пара практически вплотную приблизилась к уровню 0.72. Сейчас мы видим то, что она торгуется уже на несколько фигур выше и сохраняет потенциал для восходящего движения. Хотя вопрос по поводу потенциала, на чем он основан? Очень, скажем, такой глубокий вопрос, потому что, наверное, ответа на него получить при всем желании четко, так последовательно не удастся. Потому что как таковых серьезных факторов для роста австралийца на рынке по-прежнему нет. Ну, если только восстановление цен на, соответственно, сырьевые товары. Да, этот фактор присутствует, но если учитывая то, что, скажем, барометром сырьевых товаров является нефть, мы прекрасно понимаем, что там основания, конечно же, хоть и присутствуют, но они недостаточно убедительны, особенно для тех, кто делает ставку на долгосрочный трейдинг. И если, опять же, фонд, предполагающий возможность к возвращению к более основательным, основополагающим, фундаментальным идеям, все-таки возобладает на рынке, тогда мы увидим очень быструю коррекцию и возвращение трейдеров, соответственно, а к тем идеям, которые мы анонсировали ранее. Эти идеи направлены на все-таки объективное снижение цен на сырьевые товары. Почему? Потому что до сих пор, если будем отталкиваться от Китая, от него нужно отталкиваться, у нас нет ни малейшего повода, нет ни малейшего аргумента говорить в пользу того, что Китай реально нашел дно, восстанавливается, и спустя, скажем, полгода, может быть, чуть больше, мы уже будем видеть совершенно другие ценовые планки по темпам экономического расширения. Да нет, этого не происходит сейчас. Мы видим то, что буквально каждый квартал китайская экономика теряет по 0,1-0,2%. Мы видим те прогнозы, которые идут со стороны Всемирного банка, со стороны Международного валютного фонда, со стороны Fitch, S&P, со стороны Moody's. Они предполагают то, что Китай еще напугает рынки. И вот эта посадка, которая
который, может быть, готовится сам Китай, но о которой почему-то забыли сейчас трейдеры, делающие ставку на восстановление сырьевых активов, эта посадка жесткая, она реализуется в самом факте своего проявления. И мы не отказываемся от этой идеи. Мы видим то, что негатив сохраняется, этот негатив является, скажем, такой спусковым крючком для разгрузки как ресурсных активов, так и, соответственно, тех валютных инструментов, которые зависят от стоимости на сырье. Но вернемся к австралийцу. Во вторник, вы знаете, была опубликована процентная ставка. По факту она осталась без изменений, 2%, собственно, так же, как и полагалось. И этот, скажем, параметр денежно-кредитной политики не изменили. Решили, что в текущем формате Резервный банк Австралии должен, скажем, побыть еще, может быть, какое-то время, но мы прекрасно понимаем, что общая фундаментальная картина австралийского происхождения и серьезные основополагающие причины, скажем, даже те обстоятельства, которые характеризуют экономику, это окончание бума в горнодобывающем секторе, это слабость, объективная слабость мировой экономики через слабость главного стратегического партнера Австралии, Китая. Это падение инвестиций, капиталовложений, и это невозможность для австралийской экономики сейчас заместить слабый производственный сектор, сферу услуг. Поэтому эти риски сохраняются. Неспроста ведь Резервный банк Австралии вот уже несколько лет подряд, фактически каждый квартал идет вот этому по пути смягчения монетарной политики. И вектор того, что этот цикл снижения процентных ставок сохранится, он, точнее, вероятность этого значительна. Стоит только копнуть общую фундаментальную картину, разобраться в реальных предпосылках того, почему Резервный банк Австралии действовал ранее, и есть ли основания для того, чтобы Резервный банк Австралии не отказывался от этой идеи. Вы также сможете прийти к выводу, который будет предполагать тот факт, что австралийский регион остается на текущий момент один из самых слабых на рынке. И если закладывать это, опять же, в перспективу национальной валюты, особенно долгосрочного порядка, то мы ждем возвращения, разумеется, австралийца ниже уровня 0,70. И не стоит забывать, в частности, также хотел отметить, что после публикации процентной ставки мы традиционно обращаем внимание на определенного рода формулировки и заявления со стороны руководителя Резервного банка Австралии Глена Стивенса. И он, собственно, что в прошлый раз, что и в этот раз отметил факт перекупленности национальной валюты и скажем, те слабые основания, которые имеются для национальной экономики из-за того, что валюта дорогая. Это понятная причина, вследствие которой, скажем, австралийцы потенциально, перспективно, соответственно, сохраняет потенциал для еще большего ослабления. Но нам самое главное от этой идеи пока не отказываться. Я понимаю то, что наблюдать стремительное восходящее движение очень болезненно, особенно если, соответственно, сделка была открыта на тех уровнях, на которых, на минимальных значениях, на которых пара торговалась буквально неделю назад, это в районе 0,70. Но все-таки серьезных фундаментальных предпосылок для того, чтобы это восходящее бычье ралли было продолжено, по-прежнему на рынке нет. Поэтому австралиец у нас остается аутсайдером, несмотря на вот это, я считаю, что это ложные бычьи ралли. А значит, при возвращении рынка к теме дополнительных мер экономического стимулирования, к новым экономическим стимулам со стороны национального мегарегулятора, то есть со стороны Резервного банка Австралии, австралиец также очень быстро может разгрузить весь тот вес, который он набрал за последние дни. А в среду уже фундаментальную эстафету переняла европейская валюта и снова с негативным отчетом. В частности, на прошлой неделе мы очень много следили за промышленным сектором по Германии. Ну, отчеты нам позволяли, конечно же, это делать. И каждый отчет мы, собственно, возвращались к слабости немецкой экономики с точки зрения этого отчета. И, разумеется, прогнозировали возможные негативные последствия для национальной экономики в целом. В частности, промышленное производство в Германии просело на 1,2% на фоне резкого падение объемов производства капитальных товаров. На мой взгляд, это еще один основополагающий такой серьезный признак того, что немецкая промышленность явно теряет восстановительный импульс. И косвенно столь удручающие макроэкономические данные и состояние немецкого промышленного сектора подтверждается значительным падением потребительской активности. И тут я плавно хочу подвести вас, точнее основу напомнить вам про те риски, которые связаны с снижением индекса потребительских цен. Уже реализовалась угроза дефляции. И как раз низкий показатель уровня инфляционного давления, он напрямую влияет на потребительскую активность в регионе. Напомню, что с этой проблемой
Буквально лет, наверное, 20 назад столкнулся японский мегарегулятор и на текущий момент ее никак не разрешил. И в частности, низкие показатели по индексу потребительских цен буквально обрушили потребительскую активность в стране. И те темпы, которые демонстрировала Япония также лет 20 назад, они абсолютно несопоставимы с теми значениями, которые мы наблюдаем сейчас. В общем, здесь очень четкая причинно-следственная связь. И сейчас мы видим, как эти риски с лихвой реализовываются уже в рамках еврозоны. И, может быть, Европейский центральный банк, глядя на то, что произошло в Японии, решил не дожидаться реальной негативной отдачи от угрозы, даже самого факта, возможности угрозы дефляции, и перешел к беспрецедентным мерам экономического стимулирования в марте 2015 года. Я считаю, то, что это было хорошим проявлением проактивных действий. Это была верная, необходимая мера. ЕЦБ ее задействовал. Но пока мы видим то, что индекс потребительских цен на самом деле как продолжал снижаться, так и продолжает снижаться. И более того, по прошлым отчетам мы знаем, что годовой показатель уже находится в красном секторе. Поэтому здесь также вывод напрашивается сам собой. Либо Европейский центральный банк складывает руки и, соответственно, ждет, что уровень инфляционного давления сам себя вытащит и, соответственно, реанимирует экономику. После этого начнет развиваться промышленное производство, расти потребительский спрос. И в целом, спустя какое-то время, мы снова увидим хорошие, достойные показатели по темпам экономического расширения. Но я думаю, что такой подход со стороны мегарегулятора, который должен заботиться о стабильности финансовой системы, является не совсем подходящий. Поэтому ЕЦБ, разумеется, бездействовать вряд ли будет. А значит, если уж не бездействовать, значит, нужно помогать экономике, нужно стимулировать. И если 60 миллиардов евро не хватает, чтобы поднять уровень инфляционного давления, так может расширить эту программу. Ну, по крайней мере, баланс Европейского центрального банка позволяет. Есть инструменты, которые могут стать причиной, вследствие которых у трейдеров появится оптимистичная оценка того, что эти меры могут быть состоятельными. Все, что нужно, это увеличить программу количественных смягчений. Ну да, баланс в перспективе может расшириться на 1,1 триллиона евро. Ну бог с ним, пусть он расширится на 1,6-1,7. Если даже до 2 триллионов. Если в связи с этим возникнут угрозы для чрезмерного роста индекса потребительских цен, но это уже будет совершенно другая проблема. Я думаю, что ее негативные последствия уже не так очевидны для экономики, как те проблемы, которые мы видим сейчас. И это уже, скажем, вопрос и потенциальная проблема очень нескорого времени, потому что на разгон индекса потребительских цен уходит, как правило, несколько лет. Но если сейчас уровень инфляционного давления тяготеет к отрицательным значениям, значит, ЕЦБ должен все-таки действовать на опережение. Именно поэтому каждый раз, когда мы возвращаемся к перспективам европейской валюты, мы прекрасно понимаем, что ЕЦБ пойдет на расширение программы QE, и произойдет это в самое ближайшее время. Ближайшее заседание у нас 22 октября. Даже если по факту этого заседания мы не услышим столь прорывного решения, в любом случае свет будет пролит на возможные шаги и действия в будущем, а значит, мы просто планомерно будем готовиться на возможности этих действий спустя какое-то время, как, собственно, мы адаптируемся, подстраиваемся под ситуацию с ФРС и прекрасно понимаем, что есть события, которые стоит дождаться. И даже несмотря на то, что сроки едут, все-таки это, знаете, то событие, которое избежать не удастся. И мы это понимаем, и только по этой причине я никак не могу позволить себе продать американца и купить европейскую валюту, потому что понимаю, что есть серьезный фактор, который способен как следует еще тряхнуть эти инструменты. Поэтому каждый раз, когда я возвращаюсь к идее перспектив европейской валюты против доллара, паре доллара-японская иена, мы с настойчивостью, может быть, даже с завидной настойчивостью, с упорством продолжаем делать ставку на то, что доллар имеет потенциал для восходящего движения, а рисковые инструменты, в том числе европейская валюта, по-прежнему сохраняют потенциал для коррекции. Помимо промышленного производства по еврозоне, мы анализировали еще аналогичный отчет по Британии. В частности, здесь уже хорошая статистика. Промпроизводство выросло на 1% в месячном эквиваленте и на 1,9% в годовом. В частности, если сравнить с прогнозами, действительно статистика очень хорошая. И, честно говоря, это первый отчет хороший по британскому рынку за последние, наверное, недели 3-4. Неудивительно, что трейдеры высмотрели в этом возможность для локального роста, восстановления британца, что, собственно, мы и видели. Пара доллар-японская иена
так и продолжила консолидироваться в середине недели в районе 120. При этом более активная позиция была уже заменена японской валютой. И в частности, укрепление иены было связано с решением Банка Японии не вносить на текущем этапе, соответственно, коррективы в денежно-кредитную политику. Но также я уже отметил, что основания для того, чтобы Банк Японии все-таки также действовал, они присутствуют. Эти основания такие же, как и в рамках ЕЦБ. Это низкие показатели по уровню инфляционного давления, которые подрывают потребительскую активность. А значит, следующее заседание, напомню, оно пройдет 30 октября. Уже участники рынка ждут с нетерпением, потому что вероятность того, что на этом заседании Банк Японии также расширит программу количественного смещения, большая. И если мы в рамках японского мегарегулятора, соответственно, услышим об аналогичных мерах, разумеется, нужно будет делать ставку на серьезную разгрузку японского инструмента, что в целом позволит нам приблизиться к нашей заветной долгосрочной цели по паре USD-иена, которая предполагает возможность роста этих валютных инструментов в район 125. Из других отчетов стоит отметить еще нефть. В частности, анализировали мы запасы нефти в США. Сначала частная оценка API, потом уже данные по Минэнерго США. Давайте сразу коснемся уже официальной статистики. Запасы выросли на 3 миллиона против прошлого роста 3,95. И в частности, этот отчет стал фактором ослабления нефти. Мы видели, как избыточное бычье ралли было слегка приостановлено рядом с уровнем 53. Но потом, после этого, последовал еще локальный выпад, который загнал актив в район 54, откуда потом нефть снова скорректировалась. Про причины мы, собственно, говорили уже много. В частности, это основная оценка ОПЕК того, что снижение инвестиций в опять же, энергетический сектор может стать причиной снижения объемов производства. Мы уже пришли к выводу о том, что на ожиданиях далеко не уедешь, поэтому приняли это к сведению, переварили, но все-таки делаем большую ставку на реальность, которая уже по факту статистики прошлой недели позволяет нам снова вернуться к идее того, что запасы-то все равно продолжают расти, и объем производства, как ни крути, также увеличивается. Количество буровых сокращается из недели в неделю. Уже, по-моему, их, если быть точным, в США 601. А то есть за прошлую неделю количество буровых снизилось еще на 9 штук. Но при этом на прошлой неделе мы получили данные по, соответственно, объемам производства нефти в Соединенных Штатах Америки. И производство выросло на 73 тысячи, достигнув уровня 9,14 миллионов. Поэтому здесь также совершенно очевидно, что ожидания, они никак не вяжутся с реальной статистикой и с фактом. Несмотря на предпосылки для снижения производства, регионы, которые производят наибольшее количество сырья, они пока не отказываются от идеи того, что это нужно продолжать делать и дальше, потому что для них, может быть, определяющим является вопрос сохранения своего присутствия и своей доли на общемировом рынке. В частности, это, скажем, такая ключевая идея, которая характерна для ближневосточного картеля. Вот они, я уверен, могут создать еще достаточно оснований для того, чтобы еще больше ослабить позиции черного золота. И, быть может, то локальное восходящее движение, которое мы видим сейчас, опять же, при помощи, даже вследствие подачи стороны ближнего ОПЕКа, может быстро смениться на совершенно негативный тренд и в целом спустя какое-то время станет причиной, вследствие которых мы будем говорить о том, что Ближний Восток все знал, они все планировали и они давно прекрасно понимают, до какого уровня нужно затащить Brent. Но сделать это сразу не могут. Все-таки рынку нужно давать, наверное, надежду, чтобы сохранить интерес для всех трейдеров, которые на нем присутствуют. Идем далее. Торговая сессия четверга. Сразу хочу сказать то, что четверг у нас, разумеется, отметился тем, что это был супер четверг. Во-первых, потому что это протокол ФРС. Ну, а во-вторых, у нас в этот день было очень много статистики британского происхождения, потому что с некоторых пор, вот уже больше месяца, Банк Англии принял решение, что серия важных макроэкономических отчетов должна публиковаться все-таки как можно быстрее. И пришли к выводу, что это должен быть один день, буквально в начале каждого очередного месяца. И не нужно распылять отчеты, скажем, в рамках всех 30 дней. Но, может быть, это, скажем, идея, эта инициатива в чем-то и состоятельная, но в целом мы понимаем, что в эти четверги у нас достаточно оснований для того, чтобы активно следить за позициями британца, ну и пытаться использовать соответствующий фон, чтобы либо подкрепить наши инвестиционные ожидания, предполагающие соответствующее ослабление, в данном случае, конечно же, британца, либо, может быть, найти какие-то дополнительные инвестиционные идеи касательно этого актива. Но в целом, забегая вперед, хочу сказать, что
Несмотря на то, что сейчас происходит в рамках даже британского мегарегулятора, в рамках той валюты, которая стоит за ним, то есть за фунтом, мы все равно видим больше оснований для ослабления. Что касается суперчетверга, ставка была и объем выкупа активов, все без изменений, ставка 0,5%, объем выкупа активов 375 миллиардов фунтов. В частности, еще стоит отметить, что английский мегарегулятор подчеркнул наличие объективных рисков для национальной экономики со стороны экономического спада Китая. И кроме того, при неуклонном снижении, опять же, темпов экономического роста развивающихся рынков, Англия в числе прочих развитых площадок будет и дальше дисконтировать риски дефляции, из-за чего решение по повышению процентной ставки может и дальше откладываться. Я хочу подчеркнуть тот факт, что это, собственно, формулировка, правда, и между строк, но со стороны самого британского мегарегулятора. Поэтому вы четко должны понимать, что о повышении процентной ставки сейчас точно не стоит говорить, потому что, как ни крути, вы видите реальную статистику, вы видите основания, которые некоторое время назад били по позициям британца, и они были ключевыми для этого валютного актива с точки зрения разгрузки. Тем не менее, несмотря даже на такие заявления, подобный фон ничуть не испугал британскую валюту, которая, собственно, к концу торговой сессии четверга умудрилась добраться до уровня 1.5344, ну и, собственно, торгуется сейчас недалеко от этого значения. Ключевым событием четверга стали протоколы, однако ожидания трейдеров так и не были вознаграждены. Доллар остался на уровне 120, хотя я уже говорил, что очень странно, конечно же, по факту протоколов видеть такую незначительную динамику. Волатильности и турбулентности как таковой не было, а на самом деле должна была быть все-таки, потому что ведь это не просто протоколы, это одни из самых последних протоколов перед долгожданным решением по повышению процентной ставки. И рынок сейчас должен, конечно же, может быть, с каким-то эмоциональным, что ли, накалом реагировать на фундаментальный фон такого рода, потому что протоколы, они, по идее, должны были пролить свет на возможные действия со стороны ФРС, но, к сожалению, пока не пролили. Интерес к доллару не подогрели даже данные по заявкам на пособие по безработице. По факту 263 тысячи против прогноза 274. Не буду повторять, что факт пребывания отчета ниже 300 тысяч – это хорошая статистика, что в целом не позволяет нам отказываться от идеи того, что рынок труда восстанавливается и чувствует себя очень даже неплохо. Наверное, рынок труда – это самый прогрессирующий в рамках американской экономики сектор, который напрямую сказывается на темпах экономического роста. Евро внутри дня снова выросло в четверг, предприняв попытку добраться до уровня 1.13, что также разнилось с общей картиной новостного фона, потому что в четверг у нас были данные по экспорту Германии, просел до 2,5 годичного минимума, минус 5,2%, против прогноза снижения на минус 2%. Импорт также не порадовал, в частности, еще один негативный отчет, минус 3,1% против прогноза, минус 1,2%. Ну и что касается заключительной торговой сессии прошлой недели, в принципе, каких-то серьезных новостных событий уже не было, но мы прекрасно видели, как рынок продолжил катиться на прошлых инвестиционных идеях и, соответственно, на протоколах, которые для многих участников рынка стали причиной, вследствие которых от идеи о повышении процентной ставки до конца 2015 года можно отказаться. С чего они это взяли, непонятно, потому что, если разобрать даже по полкам протоколы, в принципе, они были смещены в пользу того, что решение как может произойти, так и не может произойти. В общем, это те же самые равнозначные шансы на то, что мы как можем, собственно, дождаться повышения процентной ставки, так и не можем. Это с точки зрения протоколов. Но до этого, за последние несколько недель, мы следили активно, да и продолжаем следить за позицией голосующих членов. И согласно их оценке, мы прекрасно понимаем то, что если раньше за повышение процентной ставки проголосовало всего лишь трое, то сейчас как минимум 5-6 голосов, которые уже будут отданы в пользу этого долгожданного решения. Пройдет еще немного времени, может быть, выйдет еще одна серия сильных макроэкономических данных, которые смогут переубедить тех, кто сомневается, и, соответственно, повысить вероятность того, что это решение будет анонсировано до конца 2015 года, ну и позволить нам, конечно, реализовать ту идею, которую мы закладываем в рынке уже очень давно и, разумеется, также давно ждем воплощения идеи, предполагающей тестирование, прежде всего, пары доллара японская иена уровня 125.
Что касается отчетов, ну, наверное, можно еще отметить пятничные данные по рынку труда в Канаде. В целом, на мой взгляд, статистика плохая, потому что уровень безработицы составил 7,1% против прогноза 6,9%. Напомню, что за последние несколько недель мы видели то, что по, соответственно, канадскому региону также было опубликовано много статистики. Последним оплотом надежды на восстановление был, конечно же, рынок недвижимости, но на прошлой неделе мы пришли к выводу о том, что стагнация теперь характерна и для этого сектора экономики. Рынок труда также оставляет желать лучшего, и поэтому здесь единственная причина, вследствие которой на текущий момент канадец прессингует против доллара, растет. Это, конечно же, восстановление цен на черное золото. И если у нас все сейчас вертится на таком незыблемом, очень шатком основании, как необоснованный рост нефти, нужно прекрасно понимать, что как только тенденция развернется, как только мы увидим обратную тягу, значит, снова наша позиция, предполагающее ослабление рисковых инструментов, она будет состоятельна. Самое главное сейчас не совершить ошибку и все-таки находиться в верном направлении рынка. Полагаю, что и на самом деле я хочу сказать, что это правильная позиция. В верном положении рынка, потому что достаточно фундаментальных оснований, предполагающих ослабление рисковых инструментов. Если будут серьезные поводы, которые позволят нам отказаться от слабости рисковых инструментов, точнее, от силы американской доллара и сделать ставку на рост рисковых инструментов, конечно же, вы первыми об этом узнаете. Но пока этих оснований нет. Ну и что касается этой недели. Завтра у нас по Китаю импорт и экспорт. Напомню, что после того, как Китай стал, наверное, главной темой рынков, разумеется, каждый отчет является определяющим. Если месяца 2-3 назад мы, наверное, на импорт и на экспорт закрыли бы глаза, то сейчас ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что из-за падения экспорта, который мы наблюдали в последние недели, были созданы основания для слабых данных по темпам экономического расширения. Может быть, из-за смещения, опять же, торгового баланса на более негативную территорию стали активничать рейтинговые агентства, снижая свои прогнозы по экономическому расширению до конца этого года и на 2016 год. Поэтому сейчас, если мы увидим экспорт хороший с точки зрения, опять же, ожиданий, который превзойдет прошлую оценку, тогда, может быть, на рынке появится позитив, о котором мы, разумеется, поговорим. Но я считаю то, что оснований для этого нет, потому что за последний месяц каких-то прорывных действий со стороны Народного банка Китая, который мог бы поспособствовать изменению общего позиционирования и реанимации экономики, не было замечено. Поэтому по экспорту и импорту я ожидаю слабую статистику, а соответственно ожидаю негативные тенденции, которые будут характерны, разумеется, для фондовых рынков. И если эта идея, разумеется, реализуется, то тогда нам придется еще пожить какое-то время с сильным фунтом и европейской валютой. Во вторник, в частности, также выйдут данные по индексу потребительских цен в Германии и по инфляции в Англии. И еще индекс настроения в деловой среде института ZU. В частности, здесь самый, наверное, большой акцент нужно будет сделать на инфляцию в Англии, потому что есть еще позиция со стороны ряда и чиновников Банка Англии, предполагающие, что в случае роста индекса потребительских цен на рынке снова могут появиться спекуляции на тему повышения процентной ставки. Но я думаю, что рост мы вряд ли увидим. Напротив, последние недели уже стали причиной снижение, точнее даже сползание показателя в отрицательную зону. Я думаю, что эта тенденция сохранится. Что касается института ZU, индекса настроений, то вспомните последние отчеты по промышленному производству. Напомню, что они генерируются, опять же, из экономической активности бизнесменов. Можно сделать вывод о том, что оптимизма среди крупнейших производителей, наверное, явно тоже нет. Нет, потому что и статистика фиговая, нет, потому что есть соответствующие ожидания, потому что мировой спрос в рамках мировой глобальной экономики также будет продолжать снижаться. А значит, и основания для реанимации, опять же, уверенности какой-то потребительской, бизнес-уверенности в деловой среде по-прежнему нет. В общем, жду негативного отчета по ЗЮ уже, наверное, если это будет по факту так, наверное, уже 10-й месяц подряд пойдет. В среду уровень безработицы, в Англии средняя заработная плата и розничные продажи. Опять же, говоря про американца, на этой неделе у нас будет два отчета серьезных. Это промпроизводство и розничные продажи. Розничные продажи как раз позволят нам оценить потребительскую активность и сделать ставку на реальные возможные показатели по темпам экономического расширения. Я считаю то, что розничные продажи не подведут, и, может быть, хотя бы розничные продажи станут причиной
которая позволит нам все-таки отбиться от этого уровня 120 йен против доллара и подняться повыше. Ну, действительно, уж надоело топтаться рядом с одним и тем же ценовым рубежом, с одной и той же поддержкой. Поэтому наручные продажи промпроизводства в рамках, соответственно, этой пятидневки я делаю очень большую ставку. Средняя заработная плата может быть еще даже более интересный отсчет с точки зрения влияния на индекс потребительских цен, потому что именно, опять же, рост заработных плат провоцирует соответствующие тенденции в рамках общего показателя по уровню инфляционного давления. И если заработные платы, соответственно, сохранят свой рост, то, наверное, у британца будут основания для восходящего движения. Но пока сломать общий фундаментальный негатив все равно не хватит силенок. В четверг, в частности, традиционный отчет по США – это первичные заявки. Индекс потребительских цен в рамках американской экономики, изменение запасов нефти и нефтепродуктов. Но еще и уровень безработицы в рамках Австралии. Здесь понятно, важный отчет – это уровень инфляции в США, потому что на текущий момент это последняя нереализованная проблема. И если по индексу потребительских цен мы увидим прогресс хотя бы на 0,1%, значит, уверен, что в следующий раз, по итогам уже следующего заседания, у нас будет больше голосующих членов, которые отдадут свои голоса за необходимость повышения процентной ставки до конца 2015 года, потому что очень много представителей еще цепляются за низкие показатели по инфляции, считая, что до тех пор, пока он не будет, соответственно, разогнут, не нужно будет анонсировать какие-то серьезные изменения и коррективы в рамках той программы, точнее, да, того монетарного курса, который сейчас реализуется. Я все-таки жду, что и эта статистика будет положительнее для доллара. Ну и, разумеется, также продолжаю дисконтировать возможность нахождения еще одного фактора, еще одного серьезного потенциального элемента, который позволит нам приблизиться к нашей ближайшей цели по паре USD-иена, который предполагает возможность движения этого тандема валютных активов выше сопротивления 121. Ну и в пятницу довольно спокойный день, хотя, прошу прощения, в пятницу я как раз отметил самый важный, может быть, даже отчет для еврозоны и для перспектив главного валютного риска, потому что речь пойдет о уровне инфляционного давления в стране. Напомню, что прошлый отчет оказался на негативной, отрицательной территории, и, соответственно, если в этот раз статистика также укажет на тот факт, что индекс потребительских цен не может выбраться из отрицательного сектора, значит, 22 октября мы с еще большей уверенностью будем ожидать возможного расширения программы количественного смягчения и, соответственно, тех проактивных действий, о которых я говорил. То есть, в случае снижения индекса потребительских цен, я уверен, что евро сможет потерять прямо в моменте не меньше одной фигуры, потому что уж очень много сейчас стоит на кону. Мы все-таки ожидаем реально прорывных действий касательно более агрессивного выкупа активов. Нужна, правда, соответствующая поддержка, и этой поддержкой может оказаться этот отчет. Ну и, конечно же, промпроизводство. Чуть я уже касался этого отчета. А в целом, разумеется, делаем ставку на то, что и промышленное производство не подведет. Ну и, может быть, в пятницу в качестве десерта как раз именно этот отчет станет еще одним сигналом в пользу того, что наша ставка, предполагающая укрепление позиции американца, она правильная и обоснованная. Ну, собственно, на этом все. Что касается ключевых ценовых ориентиров по валютным парам, сейчас вы их видите на слайде. Евро-доллар 1.13, аут USD 0.73, USD иена 120.70 и фунт-доллар 1.5280. Текущих значений это около 100 пунктов. А в целом все идеи предполагают ослабление, соответственно, рисковых инструментов, особенно после того необоснованного ралли, который мы видели на прошлой неделе, да и, в принципе, видим уже сегодня. Ну и, конечно же, эти идеи предполагают усиление позиций доллара. Если есть вопросы, конечно же, задавайте, попробую на них ответить. По поводу USD с VC. Да, в целом мы в ходе брифингов возвращались к этому тандему валютных активов. Я отмечал то, что из нашего долгосрочного посыла должно следовать только одно, что пара нацелена на приближение значения паритет. В последние дни, собственно, так же, как и несостоятельность прежних идей под прочим рисковым инструментом, но в данном случае у нас здесь речь идет не о рисковых инструментах, а, наверное, о таком же защитном тандеме, как USD-иена, мы здесь прекрасно понимаем, что есть
серьезный фундаментальный фон, который стоит за каждым из этих инструментов, которые составляют основу этой валютной пары. По доллару я сказал то, что это повышение процентной ставки. Пока у нас нет оснований отказываться от того, что повышение пойдет на совсем неопределенное время. Мы ищем сигналы, подтверждающие рост американца, и готовы каждый из этих сигналов использовать, разумеется, для роста американца. Что касается швейцарской валюты, здесь нужно исходить уже из состояния национального макроэкономического фона и тех посылов, которые закладывает Национальный банк Швейцарии. Напомню, что на текущий момент швейцарский мегарегулятор хочет только одного, чтобы все забыли о таком представлении о швейцарцах как защитный валютный инструмент. Потому что чем больше денег сейчас идет в расположение швейцарца, тем, соответственно, крепче становится эта валюта и тем динамичнее снижается конкурентоспособность национальных производителей. Поскольку на еврозону приходится больше 55% всего экспорта, получается так, что из-за дорогой швейцарской валюты очень многие предпочитают не тратиться в рамках швейцарской экономики, а, допустим, ехать в близко расположенные европейские регионы и закупаться вещами там. Поэтому за последние месяцев 7-8 мы видим неуклонное снижение потребительской активности и падение темпов экономического роста, что в целом связано с тем, что швейцарскую валюту по-прежнему воспринимают в качестве защитного инструмента. И те действия, которые сейчас Национальный банк Швейцарии предпринимает, это действия, которые направлены, разумеется, на ослабление курса национальной валюты. И если дальше мы увидим укрепление швейцарца, как против доллара, так и против евро, Национальный банк Швейцарии просто еще раз снизит процентную ставку по депозитам. Сейчас она на текущий момент минус 0,75%. И как только это произойдет, можно будет, соответственно, ожидать хорошего пендаля для швейцарской валюты, что в целом позволит нам снова вернуться к состоятельности идеи, предполагающей движение USD-чифа в район паритета. По золоту, ну, в целом, чуть вытекает из того вопроса, на который я сейчас дал ответ. Если мы делаем ставку на усиление позиции от доллара, разумеется, мы также долгосрочно делаем ставку на ослабление и золотого актива. Тем более, что за последние несколько месяцев на рынке четко уже сформирована позиция касательно того, что драгметаллы сейчас остаются в числе аутсайдеров, ну, по крайней мере, в золото сейчас точно уже никто не верит, потому что инфляции, якобы от которой золото должно было спасать и вследствие которого интерес к золоту должен был расти, на рынке, разумеется, нет. Мы очень много говорили в ходе этого вебинара по уровню инфляции и пришли к выводу о том, что это цель для многих регуляторов, и как раз задействуются всевозможные инструменты, чтобы попытаться решить проблему с низким показателем по уровню инфляционного давления. Если нет инфляции, значит, и если нет надежд на стратегическое ослабление доллара, значит, нет двух серьезных факторов, которые могли бы стать причиной серьезного укрепления позиций золотого актива. Поэтому я предлагаю вам делать ставку на снижение золота против доллара ниже уровня 1100 долларов за тройскую унцию, но совсем долгосрочная цель, она может даже предполагать ослабление этого актива в район 1000 долларов за унцию. Да, это краткосрочный прогноз в рамках недели. Ну, поскольку вопросов больше нет, большое спасибо всем присутствующим за внимание. Соответственно, увидимся уже в ходе завтрашнего брифинга. Ну, а следующий вебинар пройдет у нас 19 октября. Очень хочется верить, что 19 октября у нас будет уже основание, из-за которых мы будем делать ставку, соответственно, на ослабление рисковых инструментов. Хочется, конечно же, увидеть слабости, и тем более, что фундаментальный фон, он создает основания для слабости и австралийца, и новозеландца, и для канадца. И хотелось бы, конечно же, дождаться все-таки ослаблений и нефти, потому что от позиции нефтяного актива еще пляшет наша инвестиционная идея по рублю. Еще раз большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.